Меня зовут Джереми Кэмп. Сегодня я хочу познакомить вас с особенным человеком. Это моя невеста, Мелисса. Встань, пожалуйста, милая. Да ладно, вставай. Я знаю, что давлю, прости. В этом году мы получили плохие известия. Реально плохие. Так можем ли мы сделать что-то для самого дорогого мне человека? Можем поддержать ее? Поможем ей выздороветь. На основе невероятной, но реальной истории. А теперь исполнитель 38 секунд на занесение первой мисс 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 после чарта. 4,5 минуты на Встречайте, Джереми Кэмп. Ты женишься? Да. Ей станет от этого лучше? Я не знаю, мама. Сынок, тебе всего 20 лет. Вы только познакомились. Я хочу быть с ней. Я не могу это объяснить, я просто знаю. Even when I don't see. Пожалуйста, знай, что бы ни происходило, и где бы мы ни были, я с тобой. Всегда и везде. Я с тобой. Я с тобой. Только с тобой. The only place I can go is into your arms. Клянусь любить и оберегать тебя каждое мгновение каждого дня. Клянусь быть любовью всей твоей жизни и самой большой фанаткой. Звезда сериала «Ривердейл» и хита «Собачья жизнь». Что, если это моя судьба? Прекрати. Это ты сильная, а не я. У меня столько вопросов. Что мне с этим делать? Одна любовь может изменить твою жизнь. Одна жизнь может изменить мир. Если я смогу изменить чью-то жизнь, пройдя через это, оно того стоит. Верю в любовь. В кино с 19 марта.